Друзья, привет из Стамбула. От меня, от Оли и Леонида. Вот, приятного нам аппетита. И от нашего нового друга Юсупа. Где мы сейчас находимся, скажи? Бейкоз район, самый большой район в Стамбуле, в Бейкозе мы сейчас, но где Черное море с Боспорским проливом соединяется. Угу. Мы там, Ярос. Красота. Здесь крепость Ярос называется. Мы сейчас здесь. Да, вот она, на крепость. Сейчас кафе, покажу. Ресторан, да. Тоже здесь Ярос называется. Да, мы сидим в шикарном ресторане. Вот, посмотрите, с таким вот прекрасным видом. На море, на горы. Официанты хорошие. Да, отлично, официанты. Тут вот рядом крепость. Да. Спасибо вам, очень все вкусно. Вот мы взяли голубую рыбу, или она еще называется перламутровая. Ага. Вот, это мидии в кляре. Там необыкновенно вкусные лепешки. Гёздеме называется это. Ага, вот они, лепешки. Uh-huh. Креветки тоже так как-то интересно приготовленные. Вот, вот это вот. Сос для мидии. Да, сос для мидии тоже очень такой-то интересный. В общем, все такое тут вкуснятина, вкуснятина, вкуснятина. Ну и, конечно, салатики, водичка. В общем, нам хорошо. Нам хорошо, нам вкусно, нам радостно. Нам весело, нам очень вкусно, очень хорошо. Вот. И спасибо Юсупу, который нас сюда привез и показывает нам такую красоту. В общем, привет всем из Стамбула.